keep us. Смотрите, там что-то блестящее. Пойдем посмотрим. Что там в пещере? Это потрясающе. Я должен пойти и привести хозяина. О, привет, мистер Дау. Что это вы делаете? Я? Ничего. Не мешай мне, я занят. О, позвольте мне помочь. Нет-нет, уходите. Осторожно! Фен, помоги нам! Я уже иду! Все, слава богу. С вами все хорошо? О, нет! Мы застряли в этой пещере. Это вы во всем виноваты. Ну и что нам теперь делать? Вот это да! Идите сюда! Ого! Это потрясающе! Что там еще такое, ребята? Это кристалл! Мистер Дау, вам помочь? Я не знаю. Мю-мю, побежали! Что это там такое красное? Здесь так жарко! Магма! Там магма! Мы все погибнем! Я превращусь в хот-дог! Я понял! Нам нужно добраться до другого берега! Давайте перепрыгнем! Ого! Бриллиант! Ух ты! Пропустите! Эй! Вот мы в безопасности! Спасибо, мистер Дау! О, нет! Я тоже в безопасности! О, нет! Что я наделал? О, нет! Что же мне делать? Что мне теперь делать? Хозяин, ты больше меня не увидишь! Пожалуйста, помогите мне! Слишком жарко. Я задыхаюсь. Я хочу домой. Успокойтесь все. Пойдем туда. Там может быть другой выход. Точно, пойдем! Все равно это единственный выход. Здесь так жарко. Это оказалось не так сложно. Мил-мил, иди сюда. Ого, я сделала это. Ха-х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 а-
Эй, ребята! Кажется, я нашел выход! Выход? Так высоко? Вы что, собираетесь вылететь из пещеры? Вылететь? Вылететь? Ха-ха! Мы вылетим из этой пещеры! Кики, мы тебе поможем! Как ты собираешься лететь? Как птица? Мы летим! Возьмите меня с собой! И меня! Мы падаем! Может, мы слишком тяжелые? Слишком тяжелые? Что же нам делать? Что же нам делать? О, нет! Мистер Дау, выбросьте кристалл! Нет, я не могу расстаться с кристаллом! Слишком жарко! Ура! Мы сделали это! Ура! А где мой кристалл? Мой кристалл! Друзья, в последнее время было много подземных толчков, а значит, следует готовиться к землетрясению. Наши волонтеры раздадут вам сегодня аварийные наборы. Привет, усатик! Вот, держи! Спасибо! Эй, подождите! Мне нужен еще один для моего друга гусеницы! Гусеница? Тогда вот! Спасибо! Сигнал тревоги! Нам пора! Пока! Пока! Эй, гусеница! Я принес тебе аварийный набор! Ой, гусеница, а зачем ты замоталась? Кейка, что случилось? Гремучая змея, рептилия, член поисково-спасательной команды. Задача змеи – искать пропавших животных. Этим утром во время раздачи аварийных наборов произошел несчастный случай. Змее нужна ваша помощь. Уже едем! Суперспасатели, вперед! Ничего, это была случайность, но мне нужно раздать остальные аварийные наборы и поскорее. Успокойтесь, суперспасатели скоро будут здесь. Вот, я же говорил. Мистер Змей, как вы себя чувствуете?
Голова немного кружится и двоится в глазах. О, не волнуйтесь, мы вам поможем. Сейчас я вас осмотрю. Начать анализ! Поврежден якобсонов орган. Якобсонов орган? Мистер Змей очень близорукий. И между глазами и ноздрями у него есть маленькие ямки. Это тот самый якобсонов орган. Эти ямки чувствительны к теплу и помогают ему обнаруживать животных. О, ясно. Сейчас я вас вылечу. Спасибо. Начать сжатие. Где же оно? О, я нашел повреждение. Световая волна. Миу-миу, я закончил. Теперь я вижу ясно. О, а почему дом дрожит? О нет, это землетрясение. Землетрясение? Землетрясение! Что делать? Без что паники, же делать? Берегите голову, бежим в безопасное место. Сюда, скорей! Будьте осторожны! Мы можем спрятаться в ванной! Скорей, встань в угол! Прекратилось! За мной! Да! Бежим! Уходим отсюда! Во время землетрясения не пользуйтесь лифтом. Спускайтесь по лестнице. Повторный толчок! Вон открытая площадка. Это аварийное укрытие. Скорей! Мы спасены! Кики, смотри! Тут никого нет. Кики, иди сюда! Вот здесь я слышала свист. Мистер Змей работает спасателем. Он поможет нам. Я сейчас. А, вон там! Гусеница, очнись! Посмотри на меня! Мне страшно! Ай! Там усатик застрял. Надо помочь ему выбраться. Это срочно! Я звоню в штаб за помощью! Кейка, усатик застрял под завалом. Нам нужна помощь! Понял. Хэнк, Момо, Кики, нужна ваша помощь. Выдвигайтесь немедленно.
Суперспасатели вперед! Еще толчки! Надо поскорее освободить Усатика! Нет проблем! Сейчас! Запад! Суперпропеллер вперед! Ха, теперь дело за нами! Смотрите, это же Кики! Мы целы! Ура! Ура! Суперспасатели, вы опять всех спасли! Большое спасибо за вашу смелость! Что с тобой, Усатик? Гусеница! Я не могу найти подругу-гусеницу! Не плачь! Смотри! О, гусеница! Спасибо, Кики! Ой, она очнулась! Ого! Ух ты! Она превратилась в бабочку! Суперспасатели, вы в безопасности! Ой, а почему рыбы прыгают? Тут так шумно, я больше не могу. Эй, Юй, потише, тихо! Странно, что это с ними? Кики, что-то случилось, поехали! Хорошо. Ха-ха!
Сегодня все ведут себя странно. Что случилось? Я обнаружил, что люди делают странные вещи. Кроме того, меняется уровень грунтовых вод и магнитное поле Земли. А это значит, что скоро будет землетрясение? Землетрясение трудно предсказать. Я буду следить за всем, что связано с этой ситуацией. А еще этим утром пропал почтовый голубь. Возможно, это связано с магнитным полем. Так что вам нужно поскорее найти его. Уже мчим! Суперспасатели, вперед! Я заблудился. Куда же мне лететь? О. Кики, мы везде уже искали, а его нигде нет. Что делать? Наверное, мы слишком высоко. Давай спустимся немного. Вон он! О, это же суперспасатели! Как хорошо! Мистер Голубь, вот вы где! О, вы ранены! Да, и мне очень больно. Помогите! Не волнуйтесь, Миу-Миу вас осмотрит. Сейчас! Начать анализ! Поцарапал крыло веткой. Ой, но мне нужно доставить посылку. Не волнуйтесь, я помогу. Начать сжатие. Нашел! Начать сканирование и приготовиться! О, какой сильный ветер! Не могу прицелиться! Ага! Я знаю, что делать! Световая волна! А? Ура! Я могу двигать крылом! Ого! Я снова могу летать! Ух ты! А? Ха-ха-ха-ха! Большое спасибо! Магнитное поле Земли нарушает твою ориентацию. Мы можем доставить тебя на место. Спасибо!
Спасибо, что показываете мне путь. Но что именно со мной случилось? Давайте разберемся. Связь со спутником. Сейсмоэлектромагнитный спутник круглосуточно наблюдает за магнитным полем Земли из космоса и помогает спрогнозировать землетрясение. Обычно магнитное поле Земли выглядит вот так, но сегодня оно выглядит по-другому. Вот почему ты сбился с пути. Теперь понятно. Солнечная ферма. Да, это здесь. Для лягушонка в колодце рядом с кукурузным полем. О, это там! Помогите нам! Помогите! 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 Пожалуйста, помогите! О нет, лягушки в опасности! Поможем им! Смотрите, кто-то пришел к нам на помощь. Папа, это суперспасатели! Привет, я капитан Кики из команды спасателей. Спасатели, это спасатели! Привет, я лягушонок. Привет, лягушонок. А, что происходит? Вода очень горячая. Вы знаете, что случилось? Мы живем здесь уже давно, все было прекрасно. Но сегодня вода стала очень горячей и начала подниматься. О нет, она опять поднимается. Пожалуйста, спасите. Не волнуйтесь, команда спасателей вытащит вас отсюда. Кейка, у нас еще одна проблема. Нам нужна помощь Момо. Понял, пилот Момо. Кики, нужна твоя помощь. Пожалуйста, вылетай немедленно. Есть! Мама уже в пути. Момо, опускай спасательную корзину. Момо, поднимай. Сейчас. Мой дом. И мы не взяли никакой еды. О, а как же мои игрушки? Будут другие. Еда, дом. Все у нас будет. Правильно. И у вас будет еще больше друзей. Мы спасатель. Мамочка, пузыри преследуют нас. О нет, вода поднимается слишком быстро. Что же делать? Как нам выбраться? У меня идея. Момо, взлети повыше. Вода прибывает слишком быстро. Хорошо. Чёрт, не хватит!
мы переезжаем? Да, в колодце стало небезопасно. Вода прибывает в пересохший колодец. Это может быть признаком землетрясения. Но могут быть и другие причины, такие как перемена погоды или что-то еще. А если это землетрясение, мы можем предсказать, когда оно случится? О, не совсем. Мы можем предсказать погоду, анализируя снимки облаков со спутников. Но землетрясение происходит глубоко под землей. У нас пока нет технологий, способных предсказывать землетрясение. И что же нам делать? Не волнуйся, суперспасатели позаботятся о вашей безопасности. Да, и нужно соблюдать правила безопасности, чтобы не пострадать во время землетрясения. Например, ставить мебель и тяжелые предметы вниз, а более легкие сверху. А коридоры и входы всегда должны быть свободными. Хорошо. Ну, вот и наш новый дом. Ой, чуть не забыл, вам посылка. Смотрите, это глобус! Надеюсь, теперь я смогу решить любую проблему, как суперспасатели. Суперспасатели в безопасности! Ух ты! Привет, Кики! А? Ого, что это? Похоже на ладонь. Это кактус. Можешь взять, если хочешь. Правда? Конечно. Но заботься о нем как следует. Кактусы любят солнце и умеренный полив. О? Срочный вызов! Мне пора! Позаботься о нем! Кейко, кому нужна помощь? Верблюд, млекопитающее, почтальон пустыни. Горб на его спине – хранилище энергии, которое позволяет ему обходиться без пищи и воды больше 10 дней. Сейчас его горб постепенно уменьшается, энергия скоро закончится. Ему нужна ваша помощь. Помощь будет! Команда спасателей за дело! Ужасно себя чувствую. Команда спасателей, пожалуйста, помогите мне. Автобус спасателей, отлично. Мистер Верблюд, как вы? Что-то не так с моим желудком, не могу есть. И мой горб становится все меньше. Позвольте, я вас осмотрю. Приступить к анализу. Результат получен. У вас в желудке слишком много газов, поэтому вы не можете есть, и ваш горб уменьшается. Ясно. Приступаю к лечению.
Слишком много пузырьков в желудке. Вот почему он так загазован. Суперлечебная машина! Огромный пузырь! Готово! О, мне гораздо лучше. Кики! Мистер Верблюд, вам полегчало? Мне намного лучше после отрыжки. Я могу снова есть. Смотрите, мой горб снова увеличивается. Теперь я могу опять доставлять посылки. А? Где же посылки? А-а-а. О, нет! Их, наверное, все засыпало песком. Не волнуйся. Уверен, вместе мы их найдем. Кейка, у нас еще одна проблема. Пожалуйста, пришли Хэнка на помощь. Вас понял. Хэнк, Кики запросил подмогу. Немедленно выдвигайся. Вас понял. Великий Хэнк решит любую проблему! Посылки мистера Верблюда засыпало песком. Я определю, где они, а ты откопай. Хорошо. Нашел! Вон там! Приступаю. Давай, Хэн, осталось последнее. Проще простого. Здорово получилось. О, нет, песчаная буря. Всем укрыться за автобусом. Посылка! Осторожно, пригнитесь! Ветер слишком сильный, посылка может улететь прочь! Оставьте это мне! Кики! Прекратилось? Кики! Кики! Где Кики? Его унесло прочь песчаной бурей. О, это все я виноват.
Кики! Кики, вон там! Как хорошо! Ты в порядке? Ух ты! Здесь игрушка! Спасибо, мистер Верблюд! До встречи в следующий раз! Все закончилось хорошо благодаря вам! Спасибо, ребята! До свидания, мистер Верблюд! До свидания, ребята! До свидания! Суперспасатели, вы в безопасности! Тренировка реакции. Бросок. Попался. Здорово. Нужно чем-нибудь подкрепиться. Продолжаем. Без проблем. О, срочный вызов. Мама, лови мой мяч. Пахнет вкусно. Мама! Кейка, что случилось? Бродячие муравьи. Вид насекомых. Маленькие, но по-настоящему сильные. Подвижные эксперты, которые работают в группах. У них возникла проблема с доставкой вещей мисс Бабочке. Они все время ходят кругами. Так что мисс Бабочка обратилась за помощью. Вы нужны им. О? Суперспасатели, вперед! Остановитесь! Хватит, хватит! О, нет! Он упал! Где же команда спасения? А, вот она! Согласно карте, они должны быть там! Итак, сжатие, посадка! Добрались. Не бойтесь, мы позаботимся о нем. О, Мил-Мил, обследуй муравья. Хорошо. Приступить к анализу. Из-за упадка сил ему нужна подзарядка. Ура! Он пришел в себя! А? Куда ты собрался?
Почему он ушел от нас? Не понимаю. Должна быть причина. Надо подробнее их изучить. Муравьи обычно следуют за лидером. Если с ним что-то случится, остальные оказываются растеряны и сбиты с толку. А, верно. Их лидер исчез после сильного порыва ветра. Куда он пропал? Давайте его найдем. Сканирование. Цель обнаружена. Он там. Помогите! На помощь кто-нибудь! Помогите, на помощь! Ой, он скоро увязнет вниз головой! Кики и Мил-Мил, команда спасателей! Верно, мы спасем тебя! Супер-веревка! Спасибо, что спас меня! Обращайся! А теперь идем обратно! Внимание! Вперед! Марш! Левый, правый, 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 левый. О нет! Опять сильный ветер! Будьте осторожны! Берегите личинки! Вы в порядке? Прошу, спасите моих малышей. Положитесь на меня. Пойдем вместе. Они летят слишком быстро. Нужна подробнее штаб-квартира. Кейка, у нас новая проблема. Нам нужна помощь пилота Момо. Вас понял, Момо. От Кики поступила просьба о подмоге. Немедленно выдвигайся. Ага. За дело берется летающий Момо. Посмотри! А? На листьях личинки. Я сообщу местоположение. Прошу, спаси их! Без проблем! Одни летят направо, другие налево. Они спасены! Они спасены! Ура! 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 И последний лист. Угу. Его уносит. Поспешим за ним. Понял. Быстрей. Я зацепился за ветку. О нет, за мной. Ребята, все готовы? Да. Он летит налево. Ну-ка, поверните направо. Плохо дело! Опасность! Суперскорость!
Ура! 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 О, большое вам спасибо! Не за что! Это все благодаря команде Кики Мил-Мил! Пока! 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 Ой! Суперспасатель, и вы в безопасности! 81, 82, 83. Рудольф, зачем ты крутишься на стуле? Я тренируюсь, чтобы стать сильнее. Он и правда старается. 99, 100, все. Как кружится голова. Срочный вызов, Рудольф, тренируйся. Кейка, что случилось? Морской конек. Тропическая рыба. Он всегда плавает вертикально. Медленно, но верно. Он водит подводный туристический автобус. Но у него вдруг заболел живот, и автобус остановился на полпути. Нужна ваша помощь. Уже едем! Суперспасатели, вперед! Делать? Почему суперспасателей до сих пор нет? А, смотрите, это спасатели! О, наконец-то вы здесь! Не волнуйтесь, расскажите, что происходит. У него болит живот. Спасите его! Конечно, осмотри его поскорее. Сейчас. Начать анализ. И вот результат. Мистер Морской Конек не болен. У него болит живот, потому что он скоро родит детишек. Он рожает. Правда? Какая радость. Не могу поверить, что скоро увижу наших деток. У самца морского конька на животе есть сумка, где растет потомство. Вот почему рожает его именно мистер Конек. Ничего себе! Давай споем, подбодрим мистера конька. Ну, еще чуть-чуть. Да, ты сможешь. Ла-ла-ла-ла-ла. О, наши детки. Вроде все. Ух ты, какие хорошенькие. Давайте поиграем. Иди сюда, скорей, скорей! С
Спасибо вам большое. Не за что. Детишки. Смотри, что у меня есть. Хочешь поиграть, малыш? Рад, что с мамой, ой, то есть с папой и детенышами все хорошо. Спасибо всем вам. А сейчас мы поедем в подводный парк. Вот класс! Один, два... Стойте, а где третий? Что? Малыш, мой малыш, где мой малыш? Малыш, где ты? Малыш, где ты? Не волнуйтесь, мы найдем малыша. Нашел! Он там! Ой! Смотрите, что это? Ой, это водоворот! Водоворот? А что это? Океанический водоворот очень опасен. Он как черная дыра. Если попал в него, очень трудно выбраться. Трудно выбраться? Малыш! Малыш! Не волнуйтесь, мы спасем вашего малыша, Кики! Угу. Он слишком сильный, мы не можем подлететь ближе! Надо звонить в штаб! Кика, у нас новая проблема! Срочно пришли сюда морской автобус Рудольфа! Понял. Рудольф, Кике нужна твоя помощь. Собирайся и выезжай немедленно. Есть! Рудольф готов к любым испытаниям на море! Морской автобус прибыл! Рудольф, детеныш морского конька попал в опасный водоворот. Надо его спасти! Понял! Держись, погнали! Осторожней! Начать поиск! Давай вниз! Морской конек там! Вот он! Есть! Поймали! О, нет! Берегись! Скорее, открой дверь! Рудольф, держись! Я спасу конька! Сеть порвалась! Суперскорость! Мой малыш! Не волнуйся, все будет хорошо. Вот и подводный парк. Ух ты, красота! Давай сфотографируемся вместе!
Малыш, мой малыш опять пропал. Что это? Пока! 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 Суперспасателями вы в безопасности!